выходите. Мы основании. Вы когда дождетесь полиции, выходите с микрофона. Основание, вы кто? Выйдите, охрана. Понятно, вы не покупатель. Вы глухие. Они не умные. А я не понимаю. Мне вот это бесит, когда вот это ставят, блядь. Вам не стыдно нас обвинять? Нас обвиняют? Мы вам а вам не стыдно? Нашли. Вы нас обвиняете. Мы к вам подошли, вы нашли когда, где нашли? Здесь. На ваших вот полках сегодня. Да, да. А вы каждый раз приходите, каждый раз находите. Свои. А мы как раз и смотрим. У нас как раз камера так устроена, да, что вот вы с рюкзачками со своими приходите всегда как раз. У меня рюкзачок, да, вот снимите. Я не знаю, у меня рюкзак огромный. Да. Снимите. У них тележка. Ага. Конечно. В тележке рюкзак. И что? Возьмите, пожалуйста, вот. Здрасте. Здрасте. Пришли блогеры, снимают, рассказывают, что мы торгуем просрочкой. Ходите. Мы покупатели. Ходите. Мы покупатели. Мы покупатели. Я еще раз объясняю, выйдите. На основании. Я еще раз объясняю, выходите. На основании. Вы когда дождетесь полиции, выходите с микрофона. Основание, вы кто? Выйдите, охрана. Ну, охрана. Выйдите, я вы чоп? Я еще раз говорю, выйдите. Мужчина, я покупатель. Понятно, вы покупатель. Вы понимаете? Мы покупатели. Вышли, я вам говорю. Вы посмотрите. Вызовите полицию, если вас что-то не устраивает. Мужчина. Ну, посмотрите, что мы нашли. Это все просрочка. Хватит устраивать концерт. Смотрите, подойдите. Мы вас прекрасно знаем. Если это наше, пошли выйдем с этим. То есть это наше? Мы не знаем, что это. То есть мы можем с этим выйти? Нам с этим выйти? Куда? Это ваше? Ну так вы говорите, что я это не наше. Знаю, где вы это нашли. Тогда зачем говорить, если не знаете? Не сказали, все. Зачем хотите, смотрите, берите. Мы не уйдем, если нам есть какие-то претензии, можете вызвать полицию. Пусть вам нас оформляют. Вы устраиваете здесь. Мы ни с кем не конфликтуем. Я понимаете, вот это все просрочка. Мне уже продали. Мы не знаем, где они это взяли. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Все? Ну не знаете дальше. Да, отлично. мы не знаем. А выгоняйте нас за что? Смотрите камеру, прежде чем говорите, обвиняйте нас. Вы нас голословно обвиняете. А вы сразу, мужчина, встаете на сторону это женщины и хотите нас выгнать. Вы рассказываете покупателям, кричите, что мы такой просрочкой. Да, вы торгуете. Смотрите. Где вы это взяли? На ваших полках. Да что вы говорите? А где? Из дома, что ли? Не знаю, где вы взяли. Вы вот с рюкзаком всегда приходите. Так докажите, что мы тут взяли. Докажите. Вы знаете про презумпцию невиновности или нет? Или первый раз слышите? Никто не виновен, пока не заказано обратно. Мы ждем полицию. А мы не мешаем покупателям, пусть покупают. Мы тоже ждем. Хорошо, мы ждем, все. Мы вас оформим, прекрасно. Мы покупателям вашим не мешаем. Да, напишут. На что они напишут? То, что мы тухлятину у них сняли? И что, прикалываются? И будем. Конечно, если вы сами не умеете работать, убирать просрочку, значит, мы вам будем ходить ее снимать. Чтобы дети не травились, которые там здесь покупают. Там каждый день ходят. И никто не приносит просрочку. Только вы ее приносите. И вы ее находите. Еще раз говорю. Так докажите. Только вы ее находите. Да вы не кричите. Докажите. Что доказать? Вот, докажу. Дайте банку. Вон ту банку. Что у нас товар... Нет, мы не ругаемся. Наш товар даже уценяется, если он с подходящим сроком годности. Вот, например, и так далее. Давайте подойдем к тележке, женщина. Да, давайте. Давайте. Я не буду подходить. Ну, подойдите, посмотрите, что здесь лежит. Подойдите. Вы сразу не позвали. Когда вы начали это проверять? Зачем? Почему вы для нас это не снимали? Вот вопрос. Давайте не кричать. Давайте спокойно разговаривать. Понимаете, мы к вам бы подошли по-любому. Так. Ваш магазин закрывается в 9. Нет, подождите, правильно? Это очень смешно. Нас собирать, прийти и сказать, вот ваша. Да. Почему вы не пришли в магазин и сказали, мы блогеры, пойдемте мы при вас проверим? Вы так сделали? Мы не обязаны вам представляться. Если мы хотите, тоже не обязаны. Мы точно так же не обязаны. Мы вам говорим, у нас нет просроченного товара. Все? Давайте посмотрим, я вам предлагаю подойти. Вы мне уже показываете постфактум, то, что вы где-то там как будто бы нашли. А почему вы сразу не позвали, не сказали, что я буду проверять? Давайте я при вас проверю. Вы так сделали? Женщина, вот я сейчас говорю, мы до сих пор еще ищем. Давайте с вами ходить, с вами, давайте с вами. Так это вы сейчас уже хотите с нами уже ничего не надо делать. Мы уже поняли, кто вы и что вы. Кто мы? Вы блогеры, которые ходят и себе ищут просрочку, показывают и рассказывают. Смотрите, в детском мире есть просрочка. Разве не так? И полицию уже вызвали. А что мы нарушили-то?
А мне вообще не волнует, что вы нарушили. Мы всего лишь сняли у вас просрочку, и это, все. А вы уверены, что это вы у нас ее сняли? Да. Да, а мы нет уже. Да посмотрите. Вы нас не позвали. Да не кричите на меня. Я давайте спокойно разговаривать. Вы можете давайте по камерам посмотреть? Что посмотреть по камерам? Если вы сейчас обвиняли нас троих, то, что мы эту не просрочку... Обвиняем. Вы просто, вы нас не позвали, давайте, это вы нас обвиняете. Можно я договорю? Да. Давайте по камерам вы сходите, посмотрите. И что откуда посмотрим? Мы сняли вот эту просрочку? Вот у нас камеры, вы зашли, присели, вы там сидите. Только вот так вот, как они передвигаются, они подпрыгивают. И вот подпрыгивают, как, ну, как бошка, допустим, подпрыгнула. И вот таким образом они передвигаются, только так. Или же ветер разносит. У нас не видно детально, что вы там я делаете. Я специально просрочку показывал в камеру. Я не знаю, как вы с полок снимали. Вы, может быть, сначала положили, а потом снимали. Я не хочу с вами разговаривать. Я тоже не хочу с вами разговаривать. Я не хочу с вами разговаривать. Я жду полицию. Вы вызвали полицию? Лично я не вызывал. Не вызывали? А что же вы сказали? Мы ждем полицию. Мы ждем полицию. Лично я не вызывал. Кто из вас? Нас трое. Я вызывал полицию. Вот девушка вызывала. Хорошо, мы ждем полицию. Я хочу вас оформить. За то, что вы утверждаете, что вы с собой. Я не знаю. Я не утверждаю. А я хочу вас оформить. Мы дождемся полиции. Без проблем. Все. Поэтому, когда приедет полиция, я оформляю вас. Не вопрос. Мы ждем полицию. Вот я специально в камеру показывал, прям что вот. Просрочку вот с полки снимаю, вот, смотрите, до августа. С собой принесли. Столько тухлятины. Все, это все в рюкзаке, говорят, я принес. Ага. Да, да, да. Но забрать они не дают. Не, это их товар. Так это их или не их? Они не знают, но это мы сделаем. Я это принес с собой, но забрать я не имею права. Да. Это как понять? Но они об этом не знают. Я говорю, посмотрите камеры, они не смотрят. Мы ничего не будем смотреть. То есть они просто голословно обвиняют. Их просрочку на 2 месяца. Ну и что? Кто приедет первый? Охрана, полиция. Так магазин защищает свою 5-ю точку, а? Говорят, что мы с собой принесли. Но доказательств у них нет. Охранник такой пришел, выходите. Угу. И не вывел сам. Конечно, потому что он на бутылку потом присядет. Потом он будет отвечать вот за этих неумных женщин, если он будет физическую силу применять. Даже ничего? Нет. Он обычный контролер, я не знаю кто. Да это охранник ТЦ. Че? Ну так вот докажите. Если вы нас в чем-то обвиняете, доказывайте. О. Мужчина приехал к нам. Ой. Поэтому вызовите, пожалуйста, полицию, чтобы мы тоже... Здрасте. Здравствуйте. Она сама сказала, что мы нашли у них просрок. Да, да. Это вы нам так сказали. Мы-то уже все сказали. Мы мужчине только что сказали. Но вы решили, вызываем? Конечно, вызываем. Вызывайте. Они рассказывают, что они что-то нашли. Что нашли, не знаю, просрок. Просрочку, вот это все просрочка. Ну, это сами посмотрите, если интересно. Возьмите любой товар. Они понятно, алло, что они на камеру играют. Здесь нашли покупателю просрочку. Почти целый корзин. Надо полиции сюда. Правильно. Проспект Молодежи 2, а детский мир. Правильно, снимайте. Конечно, снимем. Да, продукты. Ну вот, тебе просит продавцы, надо будет понять. Директор просит, скажите, директор, что... Директор просит, что платит. Кто-то рассказывает, что кто-то заявление на кого-то. Угу. Конечно, я напишу обязательно. Да, просрочка, это все подает. Да, подальше. Держу на часть, смотрите, дальше. Только я не знаю, что они полиции скажут. Сами себя оформить, что ли? Ну, они сами себя, да. Скажут, пусть. Тем более, они уже продали. Да. Вам, что ли, продали? Мне, да. Лично мне. Лично? Один товар. Один товар, да. С которым вы туда пришли, а потом вернулись? Вам при продаже вы кого-то позвали? Нет, вы никого не позвали. Короче, они не умные. Я не знаю. Вот это бесит, когда вот это ставят, блядь. Вы думаете, берите, что... пожалуйста. Мы вас не снимаем, а вот директор снимает. Видите, снимаем. На директор направлено. На вас. У меня можете посмотреть. У меня однажды уехали уже 2 блогера. Куда? А, надолго уехали. Куда? В отдел я их отправил. Что за блогеры? Может, хулиган какие? Они перекрестки ходили. Да? А что они? Ну, вот тоже так же просрочка, они мне тоже, я их досказал, предупреждал. Раз, плюс, два. Угу. И они уехали мне. Мать с дочерью. Так а что они сделали-то? Они меня вывели. Я их отправил надолго тогда.
Нет, мы спокойные, адекватные, но мы не ругаемся. Мы всего лишь предъявили просрочку. Они потом меня просили, я сказал, нет, вы поедете уже все. Вместе с фотоаппаратом на своем. Я их открыл. Ну правильно, все. Если было за такие. Что, да. Мы просто полицию ждем, чтобы оформить и все. Вот. Тема, до 5 августа. На месяц. Да, на 5 августа. Да. Да вы что? Ну, посмотрите сами. Я не буду ничего смотреть. То снимите на камеру. Я еще раз вам говорю, я ничего не буду смотреть. Вы мне не показали это, когда снимали. И директора не позвали, когда снимали. Я вам показываю, вот. А то, что вы мне уже показываете, мне это уже не интересно. Я не знаю, где вы это взяли. Мы не торгуем просроченной продукцией. Еще раз сказать. Как скажете. А можно мне в Инстаграм, пожалуйста? Самое интересное, я на камеру заснял, как мне продали чек дали. А можете еще раз сказать, что вы не торгуете? А можете выйти вообще отсюда? Нет. А хотелось бы. В 9 часов, когда магазин закроется. В 9 выйдем. Конечно, мы сейчас торгуют вот эта женщина детским питанием просроченным. Утверждает, что вот эта вся телега. Да. Это не ее, это мы подкинули, да. Там с собой принесли, да? А. Что они хотят? Ваши блогеры? Ну? Конечно, концерты, они если блогеры, конечно, они концерты. Есть они, вы бы не торговали, мы бы не приходили. Понятно. Ну они вызвали, они говорят, вызвали. Они обычно вдвоем ходят. Дель. Не Дель, то есть? Не-не-не-не. Ну? Пусть звонит. Он ругается. Он что-то злой какой-то. Да пофиг. Вы это участковому расскажете, что у вас нет просрочки. Да, расскажите. Им кино нужно, больше ничего. Ты что, первый раз, что ли, они к нам приходят? А когда я приходил? Расскажите. Вы сами скажете, в том году. А именно когда? Ну, в каком месяце? Не могу сказать. А вот и не в том году приходил. Может быть, позатом. Хотите, я вам видео покажу, что вообще 19-й год был? Может быть, не знаю. Неважно вообще. И вы же тогда, ваши сотрудники, всю эту просрочку скрыли на камеру. Просто потому что директор у вас сначала хотели, чтобы вы просто списали. Да, директор. А, директор. Она директор. В общем, ну, мы сначала просто, у нас была цель прийти сюда, да, вот... Ну, посмотреть, как у вас здесь реализация идет. Мы до вас ходили в две пятерочки. Да, вот пятерочки внизу были. Просто списали товар, вскрыли его и ушли. Да, то есть цель наша просто помочь вам. Как вы даже к нам не дошли. Такое нет, нам помогать. Так мы не успели. Вот видео даже. Это ваш сотрудник, посмотрите. Это ваш магазин. Мы к вам уже ходили. Нет, просто суть в том, что вы даже к нам не подошли. Так мы потом так подошли, мы подошли бы. Мы говорим, у нас каждый раз вот с такими рюкзаками. Так это наши вещи, мы ходим целый день. Это мой рюкзак. Можно оставить, почему вы не оставляете? Потому что мы не обязаны оставлять. Конечно, вот поэтому вы и не обязаны оставлять. А я хочу взять что-то во время похода и сумки что-то. Что, мне ходить сюда ждать? Подождите, ребят, вы пришли нам что-то доказать, правильно? Мы помочь. Просрочку снять, женщина. Вы же могли бы так же подойти, мы с вами пошли проверили. С одним общаться. Давайте с вами. Если вы хотите нам помочь, как вы преподносите, да, вы могли бы также нас позвать, как бы, и мы так же. Это вы начали агрессировать на нас. Как вы не подошли к нам. Можно я скажу? Мы изначально заходим в магазин, покупаем просрочку, делаем контрольную закупку. Да. Можете снимать, я не против. Да. Мы не в розыске. Мы тоже не в розыске. Вот. Мы делаем закупку. Когда кассир дает чек, я в этот момент достаю камеру и снимаю, и говорю, вот. Я купил сады Придонья, сок маленький, до 24 августа. Я на камеру сразу бац, 24 августа, чек. Прямо кассира снимаю, чек, товар, все. Ну, а руководство почему не вызвали? А мы попозже подходим всегда. Мы, когда мы собираем. Когда мы не знаем, откуда, уже. Ну, понятно, но мы же не знаем, откуда вот, на самом деле. Кстати, она директор. Как она узнает, что вы просрочку нашли в магазине? Давайте мы с директором пообщаемся. Подожди, у вас есть остатки? Я руководитель директора. Причем остатки? Ну, у вас же есть количество, сколько у вас каждого товара? Давайте посчитаем, посмотрим. Нет, у нас, во-первых, остатки обновляются раз в сутки. То есть сегодня были уже продажи, это первое. Если вы хотите в чем-то уличить, то вы что сделали? Вы там нашли в зале. У вас же несколько человек, правильно? Вы там в зале нашли. Ну, потому что она у вас там, детское питание. Ну, вот я про это и говорю. Да, вы бы подошли, позвали, сказали, вот директор, вот у вас просрочка. Да мы не успели. А рассказывать о том, что вы нам помогаете, нам не надо помогать. Я в очереди стоял 5 минут. Мы видим, как вас не надо помогать. Нам 27 числа у нас была проверка, да. И что, вас штрафанули за это?
вот за это кого штрафанули. Мы проверяем сроки годности. Я уже показала. Мы уценяем товар. Вот у нас есть уцененные, с подходящими сроками годности. Хорошо, да. И так далее. Про это мы вам и говорим. А это что не уценили тогда? Мы, поэтому мы вас спрашиваем, где вы это взяли? С ваших полок. Вы нас наших полок. Вы нам не. Ну, у нас камеры есть. Давайте посмотрим. Они сверху. Потому что даже все, когда вы присели, не видно. Нет, там не видно. Водитель, не знаю, это не сказать. Как вас зовут еще раз? Екатерина. Екатерина, смотрите. Мы сначала нашли просрочку. Я пошел на кассу с одним товаром оплачивать. Я стоял здесь 5 минут с рюкзаком. У нас еще тележки не было даже. Были лишь две девочки там, и они уже сняли кучу всего. Это стояло на полу. Я привез тележку. Я привез тележку, и мы начали с пола складывать тележку. Посмотрите по камерам. Это вот кто-то из вас подходил, по-моему, вы ко мне подошли с корзинкой такой синей. Нет. Кто-то из вас подошел нет. И говорит, нет, давайте другая, я... Другая, да? И девушка сказала, давайте я сложу. Я говорю, нет, мы это сложим в свою тележку, и потом вам все это отдадим. Странно, почему вы рюкзак, например, всегда носите с собой? Да что, как? Потому что мы не обязаны его класть никуда. Это мои личные, там мои личные вещи. Ну, вот видите, вы просто пытаетесь сейчас в чем-то... На каком вот это вот просто это просрочку нет. Снять. Это понятно, вот это что вот надо вот это мы ее вам мы не позвали никому садиться. Мы не успели. Понимаете, я пришел с тележкой, и девочки говорят, ой, а здесь еще на полке, еще. Я говорю, подождите, я все это каждую сниму, каждую. Я в тележку не успевал это собирать. Помощь должна была, если бы вы позвали. Вот это помощь. А это не помощь? Это уносить собирались? Ну, сейчас я не знаю, что в этом. Мы это не собираемся уносить. Мы ждем полицию просто. Это ваш товар. Это ваш товар. Я говорю, не надо с ней общаться. Я не знаю, почему вас обвиняют в том, что я принес в рюкзаке. Они не знают, что это, но это наше. У меня в рюкзаке 15 аккумуляторов для этой камеры. Я могу 11 часов без перерыва снимать. У меня две карты памяти. Отлично вы подготовились. Конечно. И рюкзак с собой взяли. Про рюкзак не забыли, да. Естественно. В рюкзаке я ношу свои личные вещи, я не обязан здесь оставлять. Конечно, никто не обязан. У вас никто и не говорит, что вы обязаны. Но если вы пришли и хотите нам что-то доказать, тогда вы оставьте рюкзак, скажете, вот, ребят, вы пришли, вы не обязаны ничего не делать. Женщина, а может мне в одних трусах заходить? Это как вам угодно. Вы скажете, я в трусах принес, правильно? Все что угодно можете. Мне голышом ходить по вашему магазину? Ой, у вас что-то торчит, от наверное, баночка. Это тем, наверное, там у вас в трусах, да? Вы серьезно? Серьезно. Вы для кино можете все что угодно, вы прекрасно это знаете. Поняла, в следующий раз заходим здесь в нижнем белье, в купальниках, чтобы к нам не придрались. Устраиваем пенную вечеринку. Но я не пройду, потому что я парень, я не пройду. У меня, наверное, что-то упирать будет. Они скажут, что это Тёма упирает. Нет, скорее вот это вот тогда. А, ну да. С собой принес, в трусах, да. Мы сейчас были в Пятерочке, там адекватный директор, просто все это вскрыл, мы ушли. Можете вон спуститься. Мы нутрилон нашли. Тём, спустите в Пятерочку, поговорите с ним. Мы поговорим обязательно. Мы у него нашли кучу детского питания. Ну, конечно, не в таком количестве у вас. Это рекорд. За 4,5 года это рекорд у меня. Не было такого ни в одном. Такого не было. Рекорд, рекорд. Не в одном поняли, что это у вас рекорд. Такого не было, да. Ну что, ждем полицию. Конечно. Они у нас очень медленные. Ну, уже 40 минут прошло. Время уже 20:06. Угу. Через 54 минуты мы отсюда по-любому уйдем. Ну, уйдем с товаром тогда просто, напишем Роспотреб сами и все. Ну, купленные нет, да? Ну, да, да, и все. Купленные у меня в рюкзаке, да. Естественно, вот вдруг вы тележку выхватите у меня. Не думаю, что так опасно. Ну, знаете, иногда продавцы выхватывают. Я же не первый день хожу. Видите, у меня сколько чеков уже от ваших? То есть зарабатываете этим, мы уже знаем. Ваш бизнес, какой то, что вы работаете, зарабатываете на этом, выкладываете видео свои, это мы все знаем. А вы зарабатываете на детском здоровье, да? Нет. Сколько вам платят? Вот как раз мы нет. Вот чек, 35,90, сок сады Придонь, груши, 6 сентября, 19.09. Ну, конечно, вы же никого не позвали, чтобы его купили. Так я кассиру обычно показал, говорю, вот. Еще раз говорю, обычно, когда пробивается просрочка, называется администрация магазина. Екатерина, вы хотя бы нам верите? Или нет, конечно. Как она может нет? вам верить? Нет? Нет. Ну не ладно. Верит. Но если вы тогда в чем-то нас будете обвинять и писать заявление, вы не забудьте за заведомо ложный донос написать. По 36-й да. Просто один магазин уже писал, а потом, оп, апелляция, и я выиграл суд. Я невиновен.
Да. И теперь государство должно компенсировать штраф, который мне пришлось заплатить. Еще и на этом зарабатываете, да? Ну, конечно, суды выигрываем, да. Что было бы правильно, если бы вы вызвали руководство проверить вместе с вами? Мы не успели. И мне кажется, если... было бы, вот если действительно было бы вот с нами, вот это было все вскрыто и выкинуто, как говорится. Если магазин адекватно реагирует, адекватно подходит, там, ну, не так начинает, что там, что вы тут делаете, там, ну, так вот общаться, там, а что вы не показали, вы это подкинули. Вы это подкинули, когда? Вы это принесли. Не знаю, в каком году вы были. Зачем вы камеры с собой носите, если вы помогать магазинам приходите? Расскажите. Фиксировано. Это общественное порицание, да? Чтобы вас потом люди посмотрели, чем ваш магазин торгует. Люди посмотрели, чтобы и сказали, что мы просроком, мы вам говорим, мы не торгуем просроченным товаром. Все? Я вас уже это слышал несколько раз, я понял. Давайте при понятно, вас пойдемте и найдем понятно, просрочку. Никуда мы не пойдем, мы стоим здесь и ждем полицию. Понятно? Так давайте полезным делом займемся, просрочку. Полезным? Вы стоите, мы втроем стоите. Вы уже нашли. Мы снимем правильно? Больше просрочки, чтобы дети не отравились. Давайте пойдемте. Дети не травятся у нас. У нас вот травились. Детский мир. Детский ад. Я даже знаю, как ролик будет называться. Mm-hmm. Детский видите? Ад. Они даже знают, как ролик уже. Все смонтировано. Конечно. Для этого вы здесь стоите. Вы же детей травите. Вот это рассказывает, что вы тут магазином ездите помогать. Да. Да? Когда они нагреют. Ага. Так еще обвиняете нас в том, что мы с собой принесли. Мы конечно. Мы знаем, где вы это взяли. Так узнайте. Вы что, камеру не посмотрите? Вы будете указывать, что нам делать. Вы сказали, мы вызвали полицию. Мы ждем полицию. Но вы голословно обвиняете. Не получается. Вы нас они обвиняете, а сами доказать не можете. Вам в конце как обидно нужно съехать. Давайте просрочку поищем. Нет, мы изначально бы поискали бы с вами, если бы вы подошли. А после того, как вы завели тут целый скандал, я думаю, что концерт устроили, стали кричать, покупатели, концерт. Слушайте. А разве нет, не так? Так пусть покупатели слушают то, что концерт? Детским просроченным питанием это торгуют. Пусть и слушают. Да вы кричали, покупатели, смотрите, что нам даже охрана торгового центра пришлось вызывать. Да и что она нам сделала? Сказала то, что я не имею права ничего. Что у вас? Служба беспомощности оказалась, а не помощи, да? Не безопасности? Чего ж они ничего не сделали-то нам? Служба беспомощности.